Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Blunt TD6. И в этой серии я хочу попробовать купить образ на Сауду. Посмотреть, как он будет выглядеть, потому что мне действительно интересно. В последнее время я как-то начал довольно-таки быстро накапливать деньги, поэтому вот посмотрим. Может быть, скоро как раз уже куплю еще какие-нибудь героев или какие-нибудь образы. Сразу же на них посмотрим. А сам по себе у меня прям такой задачи нет какой-либо. Я вот только сейчас заметил, что как бы у нас ивент уже идет неделю, а я за неделю набрал 4 очка. Хотя как бы я вроде бы играл, и немало. Но значит, я наверное, все это время потратил на боссов различных и как-то ничего не делал. Поэтому давайте попробуем пройти только магическими. А на Сауда будет доступно ведь все равно? Да. Кстати, она такая дешевая. Я даже не ждал. И вот сейчас будем смотреть, как она будет бить своими топорами. Как раз получим много очков, вот это вот все. Мне так-то очень нравится этот образ, на самом деле, прям классно выглядит. И сам по себе герой этот очень сильный, как по мне, лично кажется. Только единственное, знаете, что меня удивило, так это цена на образы. Вот для Сауды, ну, она сам по себе стоит 5000, и как бы образ, который стоит 2500, это, ну, нормально, наверное. Но есть просто герои, которые стоят 2500, и на них образ стоит 2500. И вот в этот момент я немного такой не понимаю, как это, что образ стоит столько же, сколько и герой. Хотя, казалось бы, изменяется его только моделька немного, а все скиллы остаются те же самые. Я надеюсь, что для вас сейчас то, как бьет топором Сауда, не слишком громко будет. То, что она прям сейчас что-то рвет и мечет. Так. Я надеюсь, что мы ее сможем попробовать до 20 уровня докачать. И посмотреть ее полную форму. Постепенно можно вот здесь, вот, знаете, на всякий случай ниндзя поставить, прокачать. Его я буду постепенно прокачивать на нижнюю линию. Чтобы он у нас потом справлялся с камуфляжем. Ну, Сауда, слушайте, пока что прям вообще долго очень идет. И это ведь мы еще скиллы у нее не использовали. Так, мечи Сауды разрубают 2 слоя шаров. Так это вообще, ну, изи теперь она будет. Потом еще Сауда атакует быстрее на следующем уровне. Прикольно. Причем она очень дешевая. 585 монет. Это, наверное, с учетом знаний, которые я использовал. То есть у меня вроде знания, которые удешевляют стоимость всех героев во время игры. Поэтому вот мне, наверное, легче ее ставить. А так, единственное, что я хочу, если вы еще смотрите, надеюсь, на этом моменте, то у меня есть к вам предложение. В последнее время мне что-то так захотелось поиграть в Майнкрафт, прям вот, ну вот вообще. И единственное, что Майнкрафт выживание у меня что-то как-то подлагивает или еще, ну, я не знаю, в чем именно проблема, но на видео у меня там все плохо. А мы поиграли на сервере мини-геймов, мини-игр различных, и мне как раз-таки вот интересно, не против ли вы того, против того, чтобы я еще время от времени снимал какие-нибудь мини-игры? Может быть, какой-нибудь скайблок, там вот строительство. Мне, например, очень нравится. Я очень люблю строить что-то. Может быть, вам будет это интересно. Напишите, пожалуйста, обязательно в комментариях, если вам это интересно. Если не интересно, то тоже напишите, что зачем это нам? Нам и так нормально. Буду ждать ваших ответов. Также сразу же вам отвечу по поводу того, что я пока что не выполнял ваши испытания, так как их достаточно много накопилось, и люди до сих пор их присылают, и присылают их в разных видео. То есть не только в последнем, а еще, например, мне вчера пришел комментарий, там, где предложили испытания, а это видео вообще было выложено 1,5 месяца назад. Поэтому я сейчас хочу пройти все эти видео, прочитать все комментарии, и там уже выделить, выписать для себя вот эти вот все испытания, посмотреть, какие я выполнил, какие нет, и буду уже потом проходить. Так, вот первый скилл юзанули.
Прикольно, кстати, но если честно, я сначала подумал, лопата какая-то. Ну, правда, на лопату какую-то похоже. Но он, извините, еще должен, в принципе, справляться. Ой, как классно этот скилл использовал. Прям нормально. Так. И ниндзя тоже помогает, к счастью. Все нормально. Нам сейчас надо накопить на липкую бомбу, потому что на 40-м раунде уже нас первый лап ждет. А Сауд это вообще, вот посмотрите. Уже почти 5000 урона нанесло. Сауда ищет слабые места широк, наносит больше урона, остановленным и пробивает замороженную. Ого! То есть, если шары остановлены, то им больше урона наносится? Это прикольно, но у нас тут нету этой ледяной обезьяны, к сожалению. Ну и так нормально, посмотрите, как она наносит урон, это очень здорово. Потом будет Сауда еще атаковать быстрее, это ведь только 8-й раунд, что дальше-то будет? Так, липкая бомба у нас есть. Теперь должно быть легче. И я, наверное, вот знаете, сейчас на мага накоплю. Вот здесь куда-нибудь его поставлю. Я его хочу прокачать до огненной стены, чтобы на всякий случай он был. Чтобы она была, огненная стена. И если что, вот подстраховывала как раз нас всех. Потом будем смотреть. Так, как у нас тут получится. Конечно, главная задача это сделать так, чтобы Сауда больше всех дамажила. Ну, я не знаю, конечно, как мы с этим будем справляться. Потому что пока это нормально, но постепенно ведь у нас будут и появляться другие обезьяны, более сильные. А мы хотим дальше-то пройти все-таки как-никак. То. Как-никак уже даже обезьяна-маг начинает наносить неплохо урона. 1500 это уже нормально. Ну, это как подстраховка в основном, конечно же, но все равно. Потом, наверное, если мы дойдем до 90-го раунда, я всеми силами на это надеюсь, то нам точно придется качать обезьяну мага до принца тьмы. Постараться, по крайней мере, это все сделать. Так. Так, подождите. Давайте произойдем. А что это такое? Как это вообще? Так, где это вот тут? Что происходит? Я потерялся в картах. О, где мы были? Вот. Мы тут были? Так, сейчас посмотрим. Меня удивило в том, что обезьяна-ниндзя как бы не кидала свои липкие бомбы. Хотя как бы она может это все делать. Поэтому, наверное, я тут на всякий случай поставлю суперобезьяну. И вот так ее вкачаю по радиусу, чтобы она тоже била. Наносила больше урона. Так вот она пока все разобьется. И вот так вот еще делаем. И все. Теперь точно справились. Просто на самом деле я думал, что достает. Думал, что как минимум достанет. А что-то она вообще ничего не делает. Смотрите, совсем чуть-чуть не хватает. Ну, неплохо, пока так нормально. Сауда вообще тут бешеная. Ну да, атакует все-таки еще быстрее. И очень здорово, что она еще ведь и камуфляж видит. Конечно, уже некоторые шары начинают проходить. У нас тут есть подстраховки. Поэтому думаю, что прям таких проблем у нас не должно возникать. Тут вот еще скиллы буду параллельно иногда использовать. И будем, кстати, следить за ее изменениями. Мне правда интересно, что вот как у нее будет дальше. Так, плазменный удар пока сделаем. Будем качать. Потому что это тоже очень полезная способность. О! Да блин! Как бы вроде бы и вовремя использовал, и вроде бы нет. Так. Все, теперь она супер обезьяна должна быть очень сильной. С камуфляжем у нас как-никак Сауда и обезьяна-ниндзя должны нормально справляться. Тоже прям проблем каких-то нет. Обезьяна-робота я бы тоже бы вкачал. Ну как-никак это ему увеличит радиус, и он будет тоже тут стрелять. Я хочу, чтобы нас Сауда пока била. И бьет она очень хорошо, посмотрите. Это вообще круто.
Тут еще вот скилл криво полетел. И как... Она еще порезы оставляет. Кровь шара... Каждым ударом суда пробивает по 3 слоя шара и налагает эффект, медленно наносящий периодический урон. Это вообще здорово на самом деле. Она прям очень крутая. Так, 49 раунд. А Саудия хоть бы хны. Ну вот да, пускай супер обезьяна бьет вот так вот мобы, вот мы точно не против этого. Точнее, как мы, да. Чтобы нам помогали убивать мобы, так как Сауда, мне кажется, она пока что не справляется одна. И вот скоро у нас уже 10 раунд. И появится новая способность. Как по мне, очень круто. Особенно если мы ее докачаем до этого. Ой-ой-ой, немного опасно было. До 20 уровня. Потому что он там несколько раз начинает летать по всей карте и резать все, что видит. Абсолютно. Также мы, кстати, в этом видео можем попробовать друида. Так как мне написали зрители в комментариях, за что им большое спасибо. Про новые обновления, вот про новости, как раз таки, которые не написали самих обновлений, что вы там добавили. Но мне зрители сказали, что теперь у друида верхняя линия очень сильная. И мы можем попробовать накопить 37800 и посмотреть вообще, что нам это даст. Конечно, нам долго до этого довольно-таки копить, но просто сказали, что там шипы, которые вот появятся, они будут наносить намного больше урона, и они будут уже похожи на шипы Хопкина. То есть они там и станет, и все. Но в любом случае, мы посмотрим. И при этом, как мне и писали, вот я сейчас действительно заметил, что скилл начал больше денег приносить. До этого он приносил 200 монет, а сейчас уже 240. Большое спасибо тем людям, которые мне вот пишут про различные новости, что как бы не только вы можете узнать что-то новое, но и я что-то новое от вас узнаю. У нас прям такой обмен классный, мне он нравится абсолютно. Так, пока все нормально идет. Так, 60 раунд. Мы должны справиться с этим мобом, у нас нет никаких прям трудностей. Так, да, все хорошо. 61 раунд уже. Далеко мы прошли, на самом деле. Надо посмотреть, что у нас тут по урону. Супер обезьян 10 тысяч. Когда ты успела? Это на мобах, наверное, столько нанесла. О, ну у Сауда-то 50 тысяч. Неплохо. А у друида уже 16 тысяч. А я даже не заметил, когда он так успел. Ну вот, слушайте, у Сауды-то прям сильные соперники начинают появляться. Ой, ё. Так. Ха, я чувствую, нам надо вкачать всё-таки обезьяна робота. Потому что возникают проблемы. У нас 8 хп. Ой. Это что-то неприкольно. Еще можно некроманта сделать, чтобы так на всякий случай. И теперь, наверное, мы точно можем на лесного духа со спокойной душой копить. Так как некромант плюс супер обезьян будут наносить большое количество урона. И, видимо, недолго Сауди будет на первом месте по урону. Так как друид что-то там вообще жестит, вы посмотрите. Хоть он всего еще как бы подарок джунглей на такой стадии прокачки, но урон он наносит невероятный. И постоянный причем. Но жалко, что только пока что по мобам не идет. Вот я не знаю, да. Если прокачать его до лесного духа, то он начнет и мобам урон наносить. Нам осталось что? 1020? Чуть больше, но... Ну вот все, сейчас вот 20 тысяч осталось. Накопим и посмотрим, что он вообще из себя представляет. Так. Ну я прям испугался на самом деле. Если бы не вот эти вот дополнительные жизни, 25, которые у нас были, то мы бы проиграли так-то. Если вот посмотреть правде в глаза.
И я, мне немного интересно, кстати, вот эти вот шипы, они тоже снимают свинец? Или это молнии только что снимали свинец шаров? Так. Сауда так-то вообще тоже молодец. Все вообще у нас молодцы. Удивительно, что супер обезьян до сих пор не попадает, но если технический террор вкачать, то там уже 100% будет все. Так. Можно как-нибудь пробовать скилл все-таки завязать, чтобы тоже она какой-то урон наносила. Так, атака прыжок с мечом значительно усиливается, а на следующем уровне у нас будет зачарованные клинки, наносит больше урона и позволяет Сауде повреждать все шары. То есть она, видимо, и со свинцом будет спокойно сражаться. Это будет очень здорово так-то. Так. О. И у нас уже осталось до лесного духа 10 тысяч. Знаете, вот так непривычно, когда ты играешь без Бенджамина, без каких-либо банановых фирм. Прям тяжело так-то. Хотя мы могли бы действительно вот ставить друидов посередине. И алхимика на нижнюю линию качать, он же там тоже деньги дополнительные приносит. Но это все равно немного не то, чем банановые фермы те же самые. Они будут больше приносить. Друид уже почти 60 тысяч урон нанес. Сауда 82 тысячи, супер обезьян 47. С учетом того, что супер обезьяна почти весь урон наносит только муабом. То есть на шары она и не попадает. Так. О, ничего себе, тут опасно. А ведь реально было опасно. Так, у нас совсем чуть-чуть, кстати, осталось. Я, может быть, даже скорость убрал. Хотя нет, пока что пускай еще будет. Так, все, осталось меньше 1000. Вот, теперь у нас есть лесной дух. И будем смотреть, на что он будет способен. Мне кажется, с ним теперь мы вообще это далеко пройдем. Я буду надеяться на все это. Но по урону он должен уже скоро действительно Сауду обогнать. У них разница всего 10 тысяч. А там вообще, да, видимо, лесной дух не дает никому пройти. Жалко, что он все так же приносит по 240 монет. Могли бы и больше сделать. А там вообще никому не дают пройти. О, пошли. Недалеко ушли. Так, а мне еще что-то интересное теперь стало. Выращивают вдоль трассы шипастые лозы, постоянно наносящий урон, дополнительный урон керамики. Лозы около лесного духа наносят больше урон, примененная способность генерирует жизни и больше денег, да. Вот я и что-то смотрю, у нас же было 8 жизней, почему теперь у нас там по 30 было? Сейчас уже 58. А я, в принципе, не против, очень классно. А ведь он и моабом немного до урона наносит. Это здорово. Так. О! Ничего себе! Супер обезьяна легко бомбу кинула. Догадалась. Надо же. Так. Ого, уже 137 тысяч. Давайте вольную игру продолжаем, конечно же. Идем дальше. Я даже не заметил, что он уже так много урона нанес. Так. Надо продолжать дальше качать Сауду. Она у нас только как бы 15 уровня, увеличивает дальность и пробивную силу атаки, прыжок с мечом наносит еще больше урона. Прыжок с мечом наносит намного больше урона. И сейчас она, видимо, силой будет все свои вкачивать. И к 90 уровню у нас уже есть принц тьмы. К 90 раунду, точнее. Это здорово. То есть он нам не будет уже страшен. И у нее добавился третий топор, или я чуть не понимаю. То есть моделька-то изменилась, это прикольно. Так что будем продолжать копить, что нам. Что, будем использовать скиллы? Сауды хоть какие-нибудь. А друид уже почти 200 тысяч урона нанес.
Супер обезьяна, кстати, 133 тысячи урона несла. Сауда уже на третьем месте даже по урону. А тем временем мы уже накопили это 43 тысячи. Как-то так неожиданно. Так, деньги резко вот пошли сейчас. Ну, с мобов все-таки, да, наверное, действительно больше денег приходит. Так, уничтожаем. Все будет хорошо, тем более у нас этот друид, который вообще ничего не позволяет сделать, к счастью. Ну, как минимум тоже Сауда. Сауда тоже большая, молодец. Так, мечи Сауды пробивают по много слоев за раз. Вот. Мне, кстати, не очень нравятся такие описания. По многу. Это сколько? Вот могли бы действительно нам сказать по многу, типа, какое количество-то? Ну, вот, ладно. Будем просто верить и надеяться, что это невероятное множество, которое еще не видело человечество до этого. На самом деле здесь что-то у нас опасно. Ладно, не очень уж опасно. Все довольно-таки хорошо прошло. Так. И Сауда, кстати, действительно по урону начала прям подниматься. То есть урон прям стал заметен. Ну, и супер обезьян сам по себе. И друид еще сильнее угнал. В отрыв. Так, и я, вы знаете, на своем месте сейчас, в принципе, прокачал. Потому что скоро 90 раунд, а на 90 раунде у нас пойдут супер быстрые дирижабли. Чтобы с ними как раз справиться, как говорят, клин клина вышибают. Мы супер эти дирижабли тоже отправили, и вот все. Теперь мы справились с ними спокойно. Так, как Сауда дела. Мечи Сауды рубят головокружительной скоростью. Ну это здорово. То есть, может быть, она как раз, когда 20 уровень получит, она настолько апнется, что сможет начать догонять всех остальных обезьян. Это было бы как бы здорово. Мне бы хотелось, чтобы показали, что тот герой, на которого мы потратили... Ну вот, чтобы, конечно, ее сначала купить, мы потратили 5000, а потом, чтобы поставить ее в игре, мы всего как бы потратили 585 монет, это с учетом использования знаний. И как бы... И она приносит очень большую сейчас пользу. Как вы видите, действительно урон у нее очень сильно увеличился. Так. Скиллы все используем. Зачарованные клинки наносят больше урона растущим, укрепленным и камуфлированным шарам. Здорово. И мы накопили, кстати, 57 тысяч пока что. Пока я даже не знаю, на что я бы потратил. Можно будет потом мне что, на технический террор какой-нибудь вкачать. Жесть там. Друид вообще ничего не позволяет делать шарам. То удоскил юзанула, а я все равно ничего не дала. Так. У нас 333 хп. Ничего себе, нам друид так-то надавал хп классно. И Сауда, кстати, догоняет суперобезьяну. Как я начал замечать. Но если мы суперобезьяну еще вкачаем, то она, конечно, дальше отлетит. Просто как бы... У нас суперобезьян достает только до мобов. А Сауда пробивает всех, в принципе. И это очень здорово. 76 тысяч мы уже накопили. Смазать можно? Так. И что, и что? Мне вот прям интересно, вот сейчас вот она обгонит уже суперобезьяну нашу. Да, реально, слушайте, все, она обогнала ее. Прикольно. Ну, конечно, сейчас супер обезьяна, наверное, будет догонять. Ну и Сауда тут тоже не промах, она тут когда может, то продолжит. Значит, теперь прям многих пробивает, еще там дополнительный урон наносит. Жесть, там урон пошел. Сауда прям жжет, слушайте.
Так, более мощный рывок с мечами проходит по всем дорожкам трижды, а прыжок с мечом стал сильнее. Давайте тогда так прям купим и посмотрим. Ой, сотый раунд. Можно все-таки технический террор-то купить. Жалко, что нам еще 1030 не хватает. О, так вы посмотрите, как мы пробиваем-то. А суд это вообще круто выглядит, слушайте. На 20 уровне. Прям такая суперсильная. Так. Ну мы должны справиться. Нет, мы не справились. Да кок-ток. Блин, надо было, наверное, первый скилл ее использовать. Может быть, он бы успел нам помочь. Но в любом случае, мы его прошли, если мы потратили 73 тысячи, которые я накопил. Это было неожиданно. Это было реально неожиданно. Ну, Сауда очень классно. Мне очень понравился этот образ. О, и мы, кстати, наконец-то получили мою первую награду за этот ивент. Надо будет постараться за эти 10 дней поиграть побольше, чтобы побольше получить сразу же этих мгновенных обезьян. Мне вот, в принципе, пока что. Ну, могло бы быть и больше, конечно. Могло бы быть и больше. А на этом я, наверное, буду заканчивать серию. Я надеюсь, она вам понравилась. Ставьте лайки, пишите комментарии. А с вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока.